человек посуду. У него она повсюду. Чашки, вазы и бокалы. Есть горшки и есть пиалы. Сковородки и кастрюли в мыльной пене утонули. И чтоб мылось интересней, человек мурлычет песню. Ты, посуда, отмывайся, чтоб еда была вкуснее, чтобы Кати, Даши, Васи ели и росли быстрее, чтобы гости приходили, ели вкусно и полезно, а потом, наговорившись, радостные пели песни. А посуда, что отмылась, для еды она сгодилась, а что мыться не хотела, вся в углу заплесневела. И отмытые предметы так и кормят его деток. А заросшие сосуды во дворе свалили в груду. Ты, посуда, отмывайся, чтоб еда была вкуснее, чтобы Кати, Даши, Васи ели и росли быстрее, чтобы гости приходили, ели вкусно и полезно, а потом, наговорившись, радостные пели песни. Бегает от мойки, у того душа помойка. А кто душу подставляет, его свет приобретает, его милость обретает, того духа Бог вливает. Ты, сердечко, отмывайся, чтоб душа была светлее, чтобы Света, Влад и Стасик во Христе росли быстрее, чтобы гости приходили, ели вкусно и полезно, а потом, наговорившись, радостные пели песни.